дорогого брата Венского Анатолия Владиславовича, с юбилеем 60-летием поздравляет сестра Ирина и ее семья. Ах, юбилей! Удивительный день! Он собирает вокруг всех друзей. От чистого сердца, тепла не жалея, хочу пожелать тебе в день юбилея в работе вдохновения, среди коллег тепла и уважения, в кругу родных любви и доброты, а в личной жизни сбывшейся мечты. Здоровья крепкого в придачу, во всем задуманном удачи. Всех благ земных и неземных, я знаю, ты достоин их. Неприятности вокруг, костер любви погас, ты бродишь в темноте. Лицом к рассвету повернись, расслабься, брат, и улыбнись. Тогда удача обернется вновь к тебе. Конечно, жаль, что наша жизнь с годами все быстрее бежит, как будто кто-то давит все сильнее на газ. Когда беда опять придет, событий гнет нас не прогнет, мы воскресать из пепла сможем каждый раз. Просто будем жить, 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 жить и не тужить, жить, жить, никогда не ныть, жить, жить, надо просто жить. Домкрата, как назло, нарви цветов и на дорогу выходи. И ты увидишь дальний свет, тебе поможет твой букет. Красотка, жизнь притормозит кабриолет. Просто будем жить, 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 жить и не тужить, жить, жить, никогда не ныть. Надо просто жить. Назло всем бедам будем жить, на виражах не тормозить, вершины брать в пути, как будто рубежи. А если я остановлюсь и на дороге покачнусь, друзья помогут мне, сказав: давай, держись. Жить.